По планам 2015 года 203 семьи Кировского района должны были улучшить жилищные условия, но в новые квартиры переехало только 181. Почему? Рассказали в администрации. За счет средств города на жилье могут рассчитывать ветераны войн, многодетные семьи и те, где воспитывается ребенок-инвалид. Кроме того, помощь от государства положена гражданам, чьи родные страдают тяжелыми формами хронических заболеваний. Также жильем обеспечивают сирот. 80 семьям предоставлены жилые помещения, в том числе 9 квартир из освобождаемого жилищного фонда района. Из них 8 однокомнатных квартир предоставлены детям-сиротам. 101 семья согласилась с предложенными вариантами жилья, документы на вселение оформляются. В то же время 18 семей в прошлом году сняли с учета очередников. Оказалось, что граждане уже имеют в собственности квадратные метры или приобрели их, участвуя в целевых программах. Из тех, кто входил в жилищный план 2015, нерешенным остается вопрос с одним ветераном боевых действий. Сейчас он судится с Министерством обороны. Цель – получить сертификат для приобретения квартиры. Также 3 семьи ждут, когда у города появится жилье с необходимой им планировкой.